Ребята, я сейчас нахожусь недалеко от Соренты. Сейчас вечер. И просто нахожусь посредине, вот на острове, на самой высоте, где облака сливаются с морем. Да, там что-то, посмотрите, вот там море. Море. Но оно сливается с небом, потому что облака. И здесь чудесное место, наполненное горным воздухом, сосны, шишки. И вот тут тоже, там острова, я вижу, может быть, вам не видно. Вот острова, небо, и оно просто вот сливается с морем. Вообще невероятно красивое место. Здесь такая бешеная энергетика. Ребята, путешествуйте только самостоятельно. Берите машину на прокат, выбирайте такие классные места, куда вас ни один экскурсовод не повезет. А вот там, смотри, там вот огонечки горят, там вот люди, остров. Вообще класс такой, вообще красота. Боже мой, мир прекрасен. И жизнь прекрасна. И там, где я всегда классно, я не устаю это повторять, потому что вот оно счастье. Вот оно счастье, вот она энергия, которая рвется изнутри. Боже мой, а вот цветы какие желтые, сиреневые. О, вообще кайф какой, ребята, какой кайф. Просто. Отдыхайте в хорошей компании, с друзьями, единомышленниками. Жизнь дана один раз. И будьте все счастливы. Дарите друг другу радость.